Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Выбрались сегодня с Санькой порыбачить. Субботний теплый денек. Погодка, правда, такая, тучки ходят. Вот сейчас посмотрите, какие у меня за спиной тучи идут. И вроде бы идут на нас. Но мы не расстраиваемся. Приехали рыбку половить. Саня уже без клевья. Надоело, да, Санька? Блин, надоело. Будем пробовать сегодня что-нибудь поймать. Ловить будем. У меня Zemex Buriza. Силиконовая приманочка самодельная. Swing Impact. Санька взял лайтовый спиннинг. Лайтовый спиннинжочек, да. И пока пробует ловить на вертушечке. Ну, будем, конечно, менять приманки. Будем пробовать. До заката у нас время хватает. Приехали половить жереха, но пока что жереха не видно, чтобы выскакивал. Ловим на реке Западная Двина. Такое сильное довольно течение, шли дожди. И вода, уровень высокий. Но нас это не расстраивает, поэтому будем пробовать ловить. Кто видел в предыдущем видео, я показывал плетеночку Синайт канат, которую не рекомендую покупать. И вот приобрел такую вот плетеночку Дуэл Юзури. Японская. Взял единичку. 0,17. Но вот здесь реально, друзья, тоненький шнурок. Какой он и должен быть. Не то, что раньше был канат, наверное, 0,22, 0,25 даже там было. Хотя написано 0,16. Сильно пил воду. Ну, сейчас пробую шнур Юзури. Сразу же изменился заброс. Поднялась чуйка у спиннинга. Очень хорошо чувствует каждое касание, каждый удар об дно. Шнуром я пока доволен. Ну, сейчас половлю несколько рыбалок. И потом вам обязательно вот об этом шнуре расскажу. Но на первый взгляд, на первое ощущение, шнур довольно добротный. Вот даже на реке при течении, вот даже по кончику, вот в руку чувствую. Каждое касание по дну. Вот он как отрабатывает кончик. Я прям слышу твои касания по дну. Нет, так оно вот даже в руку очень-очень хорошо отдается. А по кончику так вообще, глянь, как. Да. Каждое касание. А я сегодня хочу на вертушке покидать. Соскучился я уже немного по вертушке. Ну да, если жереха увидим, тогда переключимся на пилькеры. Ну попробуем разведку. Я вертушки, ты джиг, ну. А посмотрим, что сработает, а то будем ловить. Да, только что вот главное, чтобы тучка нас не накрыла. Вроде стороной идет. Разве для настоящего рыбака это может быть преграда? Да, лишь бы рыба клевала. Конечно. Уже столько ребята рыбалок, практически пустых. Рыбу не брали, а рыбки покушать уже хочется, если честно. Когда-нибудь же будет, Саня, отдача. Я считаю, что кто-то там на небе видит это все. Ну да, должны мы что-нибудь наконец-то споймать. Но не будем загадывать, продолжаем рыбачить. Санька что-то споймал вроде. Санька что... Клюнула. Что-то такое боевое. Сейчас. Смотри, что делает. Я вижу. Под берегом. Ну, кто там щупал? Щупал неплохой. Ага. Будешь помогать? Конечно. Буду пробовать помочь. Не спеши. Медленно. Так, не нужно свечек нам. Не нужно свечек. Может ли гриб взять? Зацепило за что-то. Выходи. Там бровка. Тихо. Спокойно. Так. Не спеши, не спеши. Я знаю. Ну, скользко. Тихо. Не уйдешь. Ну что? Из этих рук. Ну что, Санька? Никто не вырывался. Ну что, мой? Блин, скользко.
Ребята, как-то скользко. Как-то так, ребятки, за все болты. Иногда бывает какая-то, как говорится... Красота. Красота. И, между прочим, меня кто-то ел, посмотри. Ну да, или в сетке было. Ну что, мой вердикт полторашка. Полторашка, возьми весы. Думаю, может и два. Возьми весы в сумке и сейчас померим. Давай. Вот такая вот рыбалочка, друзья. Начинается. Приехали с Санькой. Такое красивое место. Сейчас, пока он снимет, покажу. Река Западная Двина. Такой хороший прогончик. И хорошая щучка. А лайтовый спиннинг добавил, дала она мне все-таки прикурить. А спиннинг 3.12. Ну да, на такой палочке приятно потягать. А я смотрю сначала сдали, вроде поклевка. Ну что, момент истины. Так, у нас там килограммы стоят, проверь. ЛБ, либра, нет. Значит, переключись. Килограммы. Так. Момент истины. Тихо, тихо, тихо. То мы так отвыкли от щуки, что даже немножко путаем. Нет, веса. Нет, я, в принципе, попал в вес. Не, ну да, я думал, кило 800. Кило, ну, как видите, 400. Кило 440. 4... Да, кило 440. Ну, как и сказал. Отличный так. Вес после наших болтовых рыбалок. Ну, наконец-то. Ну, такую не грех, в принципе, уже взять. Да, да, такую уже можно пожарить тоже. Продолжаем ловить дальше, друзья. Характерных ударов не чувствую. Ну, что-то тянется. Ракушка. Там мелячок, да? Ага. Там мелко, значит, Саша, со стиком цепанул. Даже ракушка с каким-то камнем. Ну, камень. Прикольно. Каждый может. Да. Значит, Саш, мелячок здесь, да, такой? Перебрались в город. Будем ловить в городе. Жерех иногда выскакивает, видно, бьет хвостом. Ну, в самом берегу. Чтоб на дальней дистанции что-нибудь выскочило, не видно вообще. А в берегу иногда, да, отыгрывает. Ударит хвостом раз-два и все. Потом минут пять его нету. Потом опять в другом месте. Может и разные, но... Особо активности нету. Уровень очень большой. Уровень. У нас при паводках такой уровень бывает. Этот год сильно дождливый. Вода большая. Не знаем, куда рыба двигается, куда мигрирует. Но поклевок особо таких нету, как обычно. Раньше в это время ходили уже. Каждый день рыбу две да приносишь. Даже с городской черты. Видео есть у меня на канале. Без щуки домой практически никогда не возвращался. Но это когда был низкий уровень. А сейчас этот год ездим, ездим, ездим. Переезжаем с места на место. За день можем поменять 5-6 мест. И при этом ловятся только маленькие шнурки. Что-то такое конкретное клюнуло. Нету такого. Хочется, хочется подержать трофейчика, но этот год преподносит нам сюрпризы. Будем стараться, будем ловить. Санька, он споймал жереха на 3 килограмма. В принципе, уже трофей, уже приятно. У меня пока что пусто. Погода то солнце, то дождь, меняется. Пробуем, ловим. Приманки перебираем в коробках. Что годами лежало, все перебирается, пробуется, но успехов особо нету. Поклевка, друзья. Хороший. Хорошо сопротивляется. О. Опа.
Сейчас Саня подойдет, поможет. Не спешу. Это жерик. Скользко очень. Это жерик. Тихо. Опа. Ну, поздравляю. А, есть. Поздравляю. Сейчас взвесим. О, Саня привел меня на жериха. Сам ловит, а мне не дает. Ну да, был у меня один паренек на 3 килограмма. Саня с ней поленится, сделает фоточку. Вставлю ну, Саня. Она, конечно, не самого лучшего качества, но... Но недельку назад Саша взял хорошего жериха. Сегодня меня вытянул на рыбалочку. Обрати внимание на лисеночку. Хорошо взял. Очень хорошо взял. Сейчас взвесим, посмотрим. Ну, я думаю, кило 300. Ну, да, где-то нового весеннего. Кило 300, кило 400. Ну, примерно. Ну-ка. Да, почти угадал. Кило 250. У меня в последнее время глаз как алмаз. Ага. Вдали бьет жерешок. Под самым берегом, ребята. Как его выманить оттуда? Вы чуть-чуть дальше от берега бил. Можно было прокинуть. А так бьет в самом берегу, клею собирает. Попробуй к нему не подойти, не подпустит. Ну вот, друзья, рыбалка подошла к концу. Немножко поездили, поискали рыбу. Как видели, Саня споймал щуку на 1,5 килограмма. Я своего первого жереха в этом сезоне. Ну, как бы мы считаем, рыбалка удалась. Конечно, хотелось рыбки побольше, но что есть, то есть. Хочется всегда больше поклевок, но как получается, так и ловим. А на этом рыбалочку заканчиваем. Всех благ вам, вашим близким. Не хвастаничайте на рыбалке. До новых встреч!